парижский Диснейленд отметил свое 25-летие. По этому случаю там состоялось красочное шествие персонажей мультфильмов. Посмотреть на любимых героев сказок приехали туристы со всего мира. В честь праздника посетителям предоставили 25% скидку. Отмечу, Диснейленд в долине Марны, расположенный всего в 32 километрах от центра Парижа, первых гостей принял в апреле 1992 года. Этот парк развлечений считается самым популярным в Европе. Пик посещаемости пришелся на 2012 год. Тогда его посетили 16 миллионов человек.